Иван скоро заберут. Вы сказали, она хочет вернуть Карса Арарат. Я, конечно, хочу вернуть Карса Арарат. Я хочу вернуть Карса Арарат России. Да, которой они и принадлежали до позорного Карского мира, когда они от России ушли. Я человек вполне себе имперского российского сознания. Я вообще хотела бы вернуть все. И то, что по Брестскому позорному миру, не менее позорному, может, и более позорному отдали, когда мы отдали треть населения своей страны и огромные части территории своей страны. Как вы знаете, Арарат, вы-то точно знаете, может, кто-то из зрителей не знает, является главным символом Армении. Да. И еще советский нарком иностранных дел Чечни.